Всем привет! Меня зовут Михаил Зайцев, и я ведущий мероприятий. И сейчас вы увидите фрагмент моей работы. Как будто шоу танца посмотрела, да? Какие правильные движения. Правильно все, очень классно. Это что? Давайте на этом движении мы закончим. Друзья, аплодисменты! Приступить к активным заданиям и ничего себе не повредить. Что нужно сделать? Разминка, конечно. Давайте все дружно возьмемся за руки. Медленно попробуем еще раз. Один, сели. Два, прыгнули. Три. Обнялись, конечно же. И четыре. А вы кем работаете в компании? Мне нельзя знать, да? Лучше это не распространяйте в массы. Генеральный директор. Сам генеральный директор. То есть управлять людьми, вам, вы знаете, как не понаслышке, да? Светлана, если что, я смотрю, если кто-то не делает, я вам потом скажу, кто. Вот делаем расстояние между своими ладошками, повернулись в круг, и вот соединяем ладошки, похлопали, классно, супер. И четыре! Четыре! Вы готовы, четыре? Осталось мне спросить вас, вы готовы к испытанию Форт Боярд? Среди вас есть мои помощники. У них есть картинка на планшете. Они сейчас поднимут и покажут вам. Эта картинка есть у вас на груди, на вашем бэджике. Найдите своего инструктора и подходите к нему.